Проблема онкозаболеваний по-прежнему сохраняет свою актуальность. Ответом на данный вызов является создание новых лекарственных препаратов и пересмотр терапевтических алгоритмов, а также внедрение в клиническую практику новейших методов хирургических вмешательств, что позволяет значительно расширить возможности борьбы с онкозаболеваниями и опухолями, находить верные вопросы помогают региональные мастер-классы. Один из них состоялся в республиканском онкодиспансере. Альбина Ламкова продолжит тему. Решение об организации выездных профессиональных мастер-классов, малоинвазивной технологии в онкохирургии, вопросы лекарственной терапии было принято проводить несколько лет назад. За это время такой подход приобрел популярность, отметил модератор мастер-класса Юрий Самсонов. Он не раз приезжал с рабочим визитом в онкологический диспансер республики и видит положительную динамику. Видел предыдущий диспансер, который был совершенно, скажем так, в не том виде, не в том состоянии, чтобы оказывать высококвалифицированную помощь. И видел, как строился этот диспансер, как его вводили в строй. И буквально вот в прошлом году осенью я приезжал с инспекцией в данный регион и увидел, как все здесь прекрасно функционирует, как все работает. Собственно говоря, после этого и родилась идея провести мастер-класс в стенах этого учреждения. В конференц-зале за работой хирургов следили врачи онкодиспансера и других медучреждений. Трансляция велась из двух операционных. Был подключен интернет, и у участников мастер-класса была возможность увидеть прямые включения из операционных и задать вопросы. Сегодня у нас оперируют заведующие отделениями НМИЦ биологии из института Герцена и МРНЦ имени ЦИБА. Это и гинекологические операции, и урологические операции, и операции на молочной железе. Также будет гемогепатэктомия при метастазах в печень. Московские гости отметили хороший практический опыт хирургов и высококлассный уровень оборудования учреждения. Хочется отметить уровень докторов в Карачаево-Черкесии. Он достаточно высок. Мы с большой радостью, скажем так, присутствуем и на операциях, и оперируем, и общаемся с коллегами. Ну, в общем, что говорить, далеко ходить. То, что здесь буквально на прошлой неделе выполнили две лапароскопические цист-простат-визикулэктомии с кишечной деривацией мочи лапароскопическим способом, говорит о том, что класс здешних хирургов очень и очень высок. На второй день по итогу мастер-класса была проведена научно-практическая конференция по современным методам лечения в онкологии. Надо сказать, что и компания Сбермедиа, входящая в экосистему Сбера, поделилась опытом применения искусственного интеллекта для раннего выявления онкологических заболеваний. Альбина Ламкова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия.